Мы решили провести День открытых дверей в онлайн-режиме. В такой форме это дает возможность, насколько это реально в нынешних условиях, провести какую-то коммуникацию с будущим поступающим нашим, дать ответы на основные вопросы и сориентировать по поводу выбора специализации и будущего, которое его ожидает. Наше училище готовит по трем направлениям. Это три профессии. Это парикмахер-модельер, это администратор и это закройщик. Эти профессии на сегодняшний день достаточно актуальны и востребованы в нашем регионе. И каждый год мы набираем больше учеников, чем предыдущие. Вот последний прошлый год у нас был один из самых больших наборов в Одесской области. Это 300 абитуриентов к нам пришло, что в общей сложности дает право нам считаться одним из самых больших по количеству и учащихся, и преподавательскому составу училища Одесской области. Больше того, нам в онлайн-комментариях и во время предварительных записей на просмотр в Google-формах уже ученики писали, когда можно к вам поступить.